Глава Карачаева Черкесии Рашид Темлезов провел заседание рабочей группы по проведению празднования столетия Карачаева Черкесии. Часть мероприятий, приуроченных к этой знаменательной дате, уже состоялись. Но центральные события юбилейного года еще впереди. Это и совместный концерт с КБР и Адыгеи в Кремле, и масштабное празднование на площадке обновленного стадиона «Нарт». При этом столетие республики накладывает особую ответственность в вопросах обновления социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры. Чтобы жители республики прочувствовали в этом году не только праздничную атмосферу, но и качественные преобразования в жизни, для этого на территории Карачаево-Черкесии будут введены в эксплуатацию порядка 50 объектов. Школы, детсады, стадионы ФОКи, поликлиники, дома культуры, системы водоснабжения и газоснабжения, ряд из которых будет готов уже в сентябре ко Дню республики. Глава Карачаево-Черкесии поручил членам рабочей группы проработать дополнительно три вопроса. Создание в республике ботанического сада, преобразование камерного оркестра в государственный симфонический и создание профессионального футбольного клуба «Нарт Черкесск». Все это должно стать отличным подарком жителям республики к ее столетию.